Челы, заходите на стримы. Опачки, мы пробудились, ребят. Что будет, если я упаду? Wait, what? Охренеть, я могу стрелять медведем? Что? Ну-ка, дайте посмотреть на мою девочку. Какая хика-девочка, да? Бледная вся, нецелованная. Ну, ей, наверное, 15... даже не 15, я бы сказал, 5. Кувырок. Вы можете катиться в любом направлении. Катание дарит вам временную неуязвимость, позволяя избегать атак. Супер. А чё, я могу парить просто в небесах, нахрен? Бег. Жесть. Пропеллеры какие-то залутали, ребят. Вот это да, вот это беззаботная жизнь. Мир прекрасен, посмотрите. Жаль, что мы видим границу мира, но ничего страшного. Так, прыжок плюс... Охренеть. Это гига-прыжок. Куда дальше? Что? Дабл джамп? Какой-то скамурочь. Так, у меня появилось хп. Атака РБ, стрелять РТ. Пиу, пиу. А чё, патрики не бесконечные? О, патрики не бесконечные. Ага, это пополняет патрики. Воздушный шарик, полет по воздуху. У-ху. Плохо видно небо, подпрыгни и смотри, говорит. Так, ну замечательно, это было обучение. Не новичок, завершите уровень обучения. Сейчас нас бросят в мир опасностей, невзгод и вот этого всего. Во взрослую жизнь. Так, ну что ж. У нее какой-то фрукт. Я не пойму, это арбузик или что-то такое, да. 9 миллиардов метров, что, до Луны? Нам нужно туда добраться, ребят? Ну, сейчас заспидраним. Так, осторожно, лес смерти написано. Чё ж там такого опасного, а тут чё? Вау. Стоп написано. Может, тут мины заложены? Вроде пока ничего страшного. Что? Какие-то твари, эльгоблины. Так, он умер, окей. Дайте я попробую стрельнуть в него. Блин, стрелять, конечно, с геймпада не особо удобно. Бананы!
Вы чё нафиг? Так, что за пупсик? Левел? Погоди, тут можно левел повышать? Ай! А, пупсик, кстати, те же за мной ходят. Ладно, и пойдем. Тут даже есть прокачка. Невероятно. Пока нам не объяснили, как качаться, если честно. Сохранить игру. Слушайте, надо сохраняться. Оп. А вот и прокачка. Урон в рукопашной схватке, урон на расстоянии, скорость ближнего боя, скорость стрельбы, скорость перемещения, восстановление выносливости. Так, ну надо, конечно же, качать урон и качать восстановление выносливости, полюбасу. МС, думаете, качать надо? Так, это что, босс, ребят? The first boss? Legendary troll? Охренеть. Ай. Так, у меня есть перекат, если что. Что он умеет делать вообще против моих перекатов? Я его детей, пожалуй, уничтожу. Он не против? Твою мать, он против! Так, что-то кастует. Чё за нахер? Ух ты, бля. Слушай, я вообще, кстати, не могу умереть, как будто у меня ХП само восполняется, что ли? А, или я просто хилить за счет этих малют еще им? Трахи-трахи? Он умер. Ну что я могу сказать, ребят? Погодите, что? Похоже, он не умер. Это было лишь вступление. Король троллей. No fucking way. Охренеть. Чё за нахер? Так, он сам себя дамажит, что ли? Да, походу он сам умирает, надо просто жить. Жесть, конечно. Как же его, сука, косоебит. Он умер! Он просто упал. Так, let's go. Эй, малют, умри. Так, освобождаем пупсичка. И у нас есть прокачка. Ну, давайте вкачаем скорость ближнего боя, ребят. Мне кажется, это оно. Не знаю, мне кажется, все вот анимешники это на самом деле такие. Они типа милые такие, да? У них аватарочки всяких анимешных милых девочек, все дела. Смотрят хорошие, добрые тайтлы такие. А потом встречается вот какой-нибудь такой ребенок. Так, удерживайте кнопку блокировки, чтобы блокировать все легкие атаки.
Это блокировка? Охренеть. Ни хрена, меня просто прошивают насквозь, но мне насрать. Четвертый левел. Найс. Так, нас ведут пока что. Ой, это какой-то особый враг, нифига. Но он тупенький. Он станлочится как просто тупец. Погоди, это лут-гоблин, походу. Если мы его убьем, то получим имбу. Он умер. Ну, пол полоски левела с него выпало, это неплохо. Ой-ой-ой, там кто-то сверху с башни обстреливает. Нам все еще, кстати, ну, мы немножко приблизились. Так, удерживайте клавишу атаки, чтобы совершить мощную мелиссу. Это потребует духа призрака. Что? Это какая-то ульта? Блин, ну я не хочу расходовать пока духов призраков. Лучше на босса это потратить, наверное. Дух призрака. Так, ну-ка. Мне, пожалуйста, урон в рукопашный. И восстанавливаем. Ну, давайте еще скорость перемещения возьмем на всякий случай. Жестяк, ребят, что же тут происходит? Безумие настоящее. В этих землях, похоже, больше никогда не будет покоя. Опа-на. Чё за она? Он вернулся. Король троллей плюс. Жестятина. Уа! Так, надо мелиссу использовать, мне кажется. Сейчас попробуем мелиссу, ребят. Готовы? Погнал. И это все? Ух ты, блин. Имба. Ну, это было неплохо, он даже застанился. Пиздим, пиздим, по жопе, по жопе, по жопе, по жопе, по жопе. Так, вот дух призрака, иди сюда. Он, кстати, возвращается. Еще разок. Такс. Да, нафиг. Как его легко подстанете? Он... Чё? Он заковал моего призрака. Аджимань! Анжуманя, блядь! Ну-ка. Едрить, он накачался! Так, хилочка нужна. Куда еще больше анжуманий? Братишка, стой! Не перекачивайся! Блять, он стал просто ебарем! Бежать. Он еще качается, сука. Куда ты? Он сейчас ванпанчманом станет. Нет, 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 нет! Беги. Так, надо добивать его. Он все еще ебет. Нет!
Надо разрушить его кристалл. Заводной ключ, точнее. Нет, ключ не успел разрушиться. Он откинулся на фул. Че за пиздец? Удерживайте, блядь. А. Охренеть. Че за нах? Это замедло. Дожим. Так, призрачка, призрачка надо. Давай, давай. Все, он почти сдох. Поди ниц. Он умер. По жопе. Теперь ты моя сучка. Пощекотать зад поверженного врага 10 раз. Вот это ачивка. А, во. Смотрите, ну-ка. Так, у Мишуточки. Скорость стрельбы, скорость... Так, ну-ка. Восстановление выносливости, скорость перемещения, урон на расстоянии, скорость ближнего боя, скорость стрельбы. Урон рукопашный... Блин, там что-то страшное. Сейчас, погодите, ребят. По 8 урона наносит, но скорость атаки больше, смотрите. То есть это такое быстрое оружие, да? Как же он повержен. Так, let's go. О, сундук, погодите-ка, тут какой-то лут. Стамина плюс 20 макс, имба. Посмотри оружие тролля. Оружие тролля это какой-то его брат или сын. Так, ребят, ну это жёстенько, поехали. Спешл улучшенное уклонение было. Так, let's go, новая локация. Прикольная игрушка. Оружие у оружия было. Так, это был сон собаки. Сон анимешки. Ну-ка, что у нас тут? Пицца, кубики Рубика. Чудесный мир, чудесный сон. Ага. Это все, да, это вот так вот и было, да. Что за оно? Сдувает? Все рушится. Лететь. Вау. Это же локация из Dark Souls. Оп. Так, ну конечно же мы качаем. Что вы спросите? Ну, урон, конечно же. Что, мы глупенькие, что ли? Кактус. Ни хрена себе. Сломали ему все иголки нафиг. Откактусили его. По полной программе. Так, призрачка освободили. Ну-ка, давайте еще качнемся. Нет! Чуть в помойку не скатились. Так, ну можно стаминки еще качнуть. Зарядить зайца? Ну сейчас попробуем, найдем врага. Uh-huh.
Ага. Нам туда. Что здесь за фури ходит? Ты кто? Ты ящер? Он умер. Он настолько испугался меня, что умер. Так, ну-ка пробуем заряжать. Но тут такая же атака. Не знаю, надо нам ломать вот эти заводные какие-то темки. Они вообще что-то дают? А, ну у них попит. Немножечко опыта падает. Не знаю, Рэйвен, без понятия. Куча может быть всяких. Кто угодно же. Так. Что это за подушка? Восстановить. Удерживайте клавишу восстановления для восполнения очков здоровья. Ближний бой позволяет перезаряжать эту способность. А, хилочки. Ага. Так, хилим, давайте. Отдохнем. И ничего не прокачаем, потому что у нас не набрался уровень. А тут секретик. Внимательный стример, конечно же, залутает этот вкусный чест. На плюс максимальное здоровье. Сложная игра? Очень сложная. Но я, как гадгеймер, все-таки могу одолеть такие игры. Не каждому это дано, но я справляюсь. Опа, идет гигантский. Охренеть. Так, ну тут надо ульту юзать, мне кажется. Охренеть он, конечно, бахает. Сразу по всем ногам ему. Ай, иглы еще колются. Застрелим давайте его просто. Нихера, он еще и сталкивает меня взрывной волной. О, черепаш. Бегите, глупцы. У вас здесь больше нет власти. А, нужно типа его в кристалл, что ли, запихнуть? Ага. Принести жертву черепаша. А, вот вижу. Тут заводной черепаш. Такой, наверное, не подойдет, да? Да, такой нам не подойдет. Нам нужен качественный. Не гнилой. Так, два левела у нас есть. Я, естественно, хочу качнуть, наверное, еще скорость ближнего боя. И, ну, давайте скорость передвижения на всякий случай. Вдруг пригодится. МС-ик, жаби. Ой. Ни хрена себе, падла. Смерть ждет тебя, справедливая. Так, ребят, ну мы движемся дальше пока что. Безумная локация какая-то.
Сколько? Минус пол хп нафиг. Ты кто? Какой-то Мишутыч там был. Фига он умчал как быстро. Читает реквичи от Ютуба. Да, читаю, конечно. Так, этот ключ мы не сломаем, видимо. Он слишком велик. Куда идем, вообще непонятно. Так, плюс левел есть у нас? Целых два левела, но это плюс урон тогда и скорость ближнего боя, конечно. Надо, короче, вкладываться по факту сейчас в этот... Ух, ни хрена. Это иглы нафиг. Один из десяти каких-то хейлы я нашел. Каких-то нимбов странных. Секретка бога? Так, это чё? Слушайте, тут походу секреточек завались всяких, да? Ту-ру-ту-ру-ту-ту-ру-ту-ру-ту. Это вообще гуманно, что у них такая имба? Видимо, надо сбивать ему шипы сначала дальней атакой. Ой-ой-ой, гроза страшная. Тяжелый выстрел. Удерживайте клавишу стрельбы, чтобы совершить мощнейшую атаку. Так, ждем нового босса, ребят. Чё за скамурочо? Дед. А чё? А чё вы долбите в колокольчик? Они как будто призвонят мне позор, типа позор. Какой позор? А, о чём вы говорите? Их всё больше и больше, они спускаются с небес. Как насчёт смерти? Так это же изи кач. Убейте 70 ящериц монстров просто ачивка, ребят. Бедолаги. Я убил всех. Так, в прошлый раз я как-то свалился здесь тупенько, да? Поэтому ходим. Сейф. Так, давайте, наверное, качнем побольше себе восстановление выносливости. Даже вот так вот. Ну и урон, конечно, ближнего боя.
Так, сейчас будет босс, мне кажется, скоро. Локация какая-то интересная. Тут еще дают, смотрите, два духа. Чем этих жабок кокнем? Наверное. Или меня кокают. Подстава. Ни хрена себе там долбит. Чё за нах? Так, унесло куда-то меня. О! Что? Осталось всего лишь 7 миллиардов метров, ребят. Мы не так уж и далеко от Луны. Так, полетели. The Giant. Разозленный Sleepy Wood. Йо, походу его долбить надо ультой. Йо! А чё я не могу зарядить, кстати? Ни хрена себе он имбалансен. Так, окей, походу перекат на него не работает, да? Когда просто обстреливаем. А, духи нужны. Понял. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да это жестяк, а как доджить? Он меня трахает. Хилинг! I need healing! Sleep. Пузыри боли. И отчаяние. Пипец. Облачков практически не осталось. Мне кажется, дела плохи. О-оу. Хилочка, хилочка, хилочка! Оп, спать. Сука. О-оу, что-то происходит. Жабы-дробовики! Куда мне мансить-то вообще отсюда? В мели его можно? Не знаю. Как будто бы он больше на дальний бой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то юзает страшное. Так, ну чё, я не знаю, надо что-то делать. Надо что-то делать. Обстреливаем как можем. Опять жаба, жаба, жаба. У-ху-ху-ху-ху. О-оу. Так, давайте попробуем к нему МБ. Возможно, это фатальная ошибка.
Не, мне кажется, это фатальная ошибка. Я умру. Я просто упаду. Или я могу стоять здесь? Я не уверен, что я могу здесь стоять. Так, он что-то орёт. Все падает нахер. Пипец! I sleep. Так, у меня есть имба. У меня есть имба. Заряжаем бу. Стреляем бой. Бэу. Попадания не было? Не может этого быть. Так, где босс? Прямо в кок. Мимо кока. Да ф... Блин, она с, походу с этим, с физикой летит. Так, можно скрыться здесь немного. Вот так вот. Оба. Еще одну давай. Заряжай. Ёпта. Дядя, не надо. Это торнадо смерти. Бля, что творится? Просто пиздец какой-то. Как жить? Где я вообще нахожусь? Фак, он опять взлетел. Так, стреляем. Бам! Хороший дэмэдж. Мне нужны еще духи. Ой-ой. Так, попробую на этом потоке. Вот он, дух. Заряжай, блин! Найс! Так, еще один дух, и он не жилец. Но не знаю, есть ли еще на карте хотя бы один дух. Да, вроде есть. Он здесь. Но все дерево. Пожинай свои плоды. Тебе хана. Потейто. Он отмансил. Нет! Подохни уже! Да хватит, сука, мансить! Он уклоняется, как просто игрок. Так, это оно. Смерть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он заводится снова. Сейчас будет фаза выживания. Что происходит? Окей. Нет, он умер.
Ух, слушайте, это был прикольный босс весьма. Это был весьма прикольный босс. Так, я вижу сундучок здесь. Как же ветерок продувает мои ушки. Плюс 20 хп. Супер. Слоник. Слоник из It Takes Two. Охренеть, урон в рукопашной схватке. Специально увеличенный ближний бой. Это абсолютно имба. Это просто имбище, походу. Так, это, смотрите, здесь какие-то метеориты падают жуткие. 5000 миллиардов метров. Мы уже близко. Что? Какая-то плюшевая игрушечка. Да он не особо медленный вроде, нормально. Жестятина, просто катаклизм какой-то, ребят. Что? The Dragon? Там был сундук. Он снял у меня нимб. Пусть украдут ваш пончик. Не оглядывайся. Я оглядываюсь. Черт. А! Окей, ладно, не буду оглядываться. Страшно. Голем? Бля, можно мне хпшку пополнить? Эй, я не оглядывался! Я не оглядывался! Я не оглядывался! Игра! Они ебут, как будто я оглянулся, но я не оглядывался никогда. Это скам, это скам, это скам! Я жив? Костер. Ага, нифига себе. Безумчик. Так, давайте сохранимся. Я могу оглядываться? Скорее всего, да, теперь. Ложки. Так, побежали. Чё за нах? Окей. Так, это походу полоса препятствий. Отражение снарядов. Блокируй снаряды в нужный момент, чтобы отразить их, парирчик. Несносные глупцы. Ух, ёлки. Так, тихонько. Мы не хотим попадаться под ноги этим мумиям. Домашний пэт.
Падла. Мне кажется, где-то здесь сундук. Нет? Yep. А, тут еще какие-то духи появились, что? Малыши. Такс. О, только думал про то, что не было давно сундучков. Ура. Плюс одна хилочка максимальная. Смерть. Так, ну и здесь же. Давайте, конечно, здесь апнем вот это. Еще выносливость. Опа, сундучочек секретный. Плюс 4 макс пульки. Здорово, големы. Ух ты, бля. Тупенькие големы. Ни хрена он имбовик. Ну-ка, давайте зажжем тут что-нибудь. Он не знает, он не может повернуться. Бедолага. Он слишком медленный, чтобы повернуться. Так, по-моему, появляется... Чё за нахер? Двадцатый левел, чувачки. Что за обилка? Подняться по стене, ёлки-палки. Руки за грибуки. Погоди, лава заполняется, мне кажется? О-о. Там нет сундука? Бежать. Так, тихонько. Досовик импрувд. Леха, быстрее, это мой последний шанс. Давай сразу сюда летим. О, там какая-то каменная жаба нахер. Ага. Смерть. Да елки-палки.
Сундук бога! Я все отдам ради сундучка, мне насрать, блядь. Дайте, дайте, дайте. Скорей, 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 скорей. Хорошо, хоть она не ваншотит. Да хорош, блин. Да полет! Блять. Спать. Спокойный сон. Фух. Это было выживание на кропалях. Так, слушай, медведь. Хрена тут огр. The Tolstest. О, еще один сундук. Получишь по заслугам. Вообще, кстати, да, это был реально спидран, потому что только после его убийства появилась колонна. Опа, нифига тут. Пью-пью. Пью-пью. Чё за ядерный взрыв нахрен? Так, смотрите, 4 миллиарда метров всего лишь. Толстый демон-лорд. Этого не может быть, он снайпер. Это босс на парире. Так, реакция нужна быстрее теперь. Кил. Простятина, ну босс эпичный тут, конечно. Так, он ушел. А куда он ушел-то нафиг? Слушай, а что здесь за локация? Может, тут чест какой-нибудь есть? А вот чест. Сюда. Заяц скорость бега давал? Да, вроде. Да, видел рейнфол, видел. А что, демон свалил, типа, или мы его скипнули, я не пойму. Надеюсь, не скипнули. Так, у нас есть... блин, давайте, наверное, возьмем скорость перемещения одну. А вот он ждет нас здесь.
Охренеть, что за нах? Эй, ты демон! Ну, охренеть, он просто изо рта стреляет. Трахи-трахи. Больно, это было больно. Что происходит? Толстый, он стал не толстый. Охренеть. Он похудел. Ёлки-палки, это имба какая-то. Так, скоро хилиться так придется, ребят. Ух. А! Так, нужна хилочка. Спим. Один урон. Так, что происходит? Он неуязвим? Блин, это чертово пламя сжигает. Так, спим. Какие же эпичные атаки. Теперь понятно, откуда Миядзаки копировал свой Elden Ring. Ёлки. Это просто жестятина. Так, сейчас можно так отъехать. Надо уходить. Что-то происходит, спим. На шанс, с домашнего. Это безумие. Откисай! Финальный взрыв? Господь всемогущий. Фух, просто вселенная коллапсировала нахрен. Убейте повелителя демонов. Так, мы снова просыпаемся, как в фильме «Начало», ребят, сон во сне.
Водичка пролилась. Ну что ж ты за растяпа? Такс. Неужели нас снова сдует? Тот самый Мишка, который своровал наш нимб. The Elden Nimb. Что происходит? Его сбило? Верните себе пончик. О, наконец-то не красная какая-то локация. А локация без текстур. А? Эй, мистер, так нельзя троллить. Достигните самой высокой точки в игре ненамеренно. Что, простите? Ты тролль, да? Скажи честно, ты тролль. Ага, понятненько все с тобой. Ах ты мазерфакер. Блин, а что за демоны-то не дали лут никакой? Торнадо, Мишути. Широкая атака. Выполните широкую атаку, либо прыжок атака, либо бег атака. Это жёстенько. Какой-то воксельный мир, смотрите-ка. Милые игрушечки идут с молотками нас убивать. Окей. В толпе тот медведь с подарком. No. Лего? Так, что-то построили. Опа, давайте духа возьмем. Проваливайте нахрен отсюда, малыши. Там поезд. Нифига себе. О! Ластецкое оружие? Специальное. Тройной выстрел. Скорость ближнего боя максимал, урон на расстоянии максимал. Чисто пушка для стрельбы. Она стреляет тремя штуками. Это жестко. Но у нас как бы билд не через стрельбу. Ну, аккуратненько вот так вот. О, боги.
За что? Да в смысле? Так. О, сюда. Пока что левела нет. Yes, yes, yes. Там, когда по лестнице к Луне поднимался, на одном экране было, что тарелки сбрасывали ключи, которые на спине у чудиков. Ну да, да. Получается, пришельцы во всем виноваты. Что за батарейки? А, ей надо было управлять. Механики новые подвозятся, ребят. Так, надо взять батарейку. No! Dodged. Тут секретика нет? Что за игра? Dark Souls 4. Блин, ну механически игра прикольно сделана, конечно. Тут спору нет. То есть видно, что автор прям старался над игрой. Да. Поднять, брось. Ключ. Да. Не подходит. Нужно найти правильный ключ. Офигеть, это как в первом Гарри Поттере. Помните, они искали ключ? Так, ну-ка нахер. Оно. Уф. Лосяж. Бэм. Нажмите кнопку бросок, чтобы бросить свое оружие. Нажмите снова, чтобы вернуть его и нанести большой урон. Ни хрена. Интересно. Ау, прилетает знатно. Что за игра? Вот такая вот игра. Игрушка с приколом. Закрывается дверь. Быстрее. Идут падальщики нахрен. Смерть.
От полетающего оружия щитом задефать? Давай попробуем. Не, походу нет. Так, что-то мы тут построили. Так, нам, пожалуйста, скорость восстановления выносливости до конца. Так, и чё? Let's go! Маленький милый Мишутка. Он трахает меня! Так, три ключа надо всего лишь принести. Вон. Окей, мистер. Лосяш. Смерть. Так, тут какая-то головоломочка, что ли, сейчас будет? Так, давайте попробуем так. Может быть, этого хватит? По ощущениям, они должны как будто соединиться, да, наверное? Так, тут сохраняемся. О, сейчас жесткий платформинг будет. No. Ау. Так, с аккуратным. Жёстенькая механика довольно. Можем дальше идти, мне кажется, на этой штуке, нет? Ну, лучше сейвануться, в принципе. О-о.
Let's go. Секретки сзади сверху не было, блин, возможно была. Но слишком поздно. Мы идем вверх, ребята. К легендарному боссу. Блин, мне приходит. Мне нужно. Так. Кони. Реквии. Что реквии? Ну что, что? Что вы тут, ребят? Что вы реквиете? Кулаками просто. Ауч. Мне нужно было смотреть на лифт. Чтобы понимать, раздробит меня или нет. Ребята, не шалите. Так, тут сзади полюбасу секрет. Секретный сундук бога. Прочитано, просто вот, ну, видеоигровой просто, блять, варлорд, тролль-убийца, победитель, бог мира, так сказать, знает все игровые дизайны уже заранее, до того, как он увидит это. То есть он знает все заранее. Охренеть. Что за нафиг? Он слишком быстро. А, давайте скорость ближнего боя качнем. Музыка затихла, ребят. Что-то это не к добру. Чё за нахер? Война миров? Они истребляют мишуток. Прямо как я. Может быть, я... тоже инопланетян? Мама, спаси меня, говорит мишутка. Да, конечно, дружочек. Ладно, помогу так шибить. Пойдемте. Погодите, мы реально сражаемся против этих сраных марсиан. Ау. Идемте, мои воины, вместе мы сможем. Ни хрена тут гора трупов. Это жестятина. Бойтесь! Глупая машина, она не способна защитить себя. Из нее батарейка, кстати, выполнив, да? Жесть, бедолаги. О, сундук. Плюс хилочка. Давайте, ребят, живите в мире и согласии. Я не буду подвергать вас опасности. Справлюсь с боссом соло.
Изи. Раскручиваем дальше. О-о! Походу я перекрутил. Бляха, я перекрутил. Так. Что происходит? Обстреливают? Я не вижу откуда. А, нифига там мазершип. О-о. Чё за на... Он опять заряжает, заряжает, заряжает. Спать. Может, мы должны его убивать, типа? Ну типа по чуть-чуть, блин, я вообще не качал атаку. А, давайте возьмем, кстати, наверное, вот что реально. О-оу. Оу, yes, yes, yes. Аккуратненько. Обратно слоника. Мы близки. Итак, смотрите, всего лишь 1 миллиард метров осталось, ребят. What the fuck? Инопланетный король. Спать! Так, что там происходит? Он клонов призвал. Как же на этой арене плохо видно. Чё во мне какая-то штука вставлена? Так, он взял что-то опасное. Ай! Спим! Тупенький босс. Хотел заграбить меня, ничего себе. Нифига не вижу, камера у Миядзаки. На нафиг, блин.
Мощный выстрел по пузу. Так, мне кажется, сейчас будет вторая фаза, иначе это было слишком странно. А чё со мной нахер? Бля, персонаж какой-то варёненький. Я приплюснул, типа. Где я вообще? Алло! Какой дед? Я застрял в текстурах! Ты где? Приехали. И это был, конечно же, сон собачки. Ребят, что-то какие-то, смотрите, матрицы рушатся. Так, ну что ж, заберемся мы на Луну в этот раз. Нет, только не надо сдувать, молю. Так. Охренеть, все это время мы сидели в VR. Понимаете? Че за нах? Почему я... А? Почему я 2D приплюснутая текстура? What the fuck? А может быть так и должно было быть? А-а-а! Какой? А-а-а! Так, смотрите, я выбрался нормально. Блин, это механика бросания? Опа-на. Да убей его, да убей его. Так, нужна батарейка, вот она. Вставляй. Мы еще в матрице, ну типа. Штампуют игрушечки здесь, смотри. Так, ёчку. Нового левела, увы, не завезли нам пока что. Так.
Так, надо, короче, все серваки сломать. Ломай, ломай. Пошла поломка игры. Стрелять. Ну и ну, ребята. Так, идем наверх. Это довольно долгий путь. Опачки. Тут мы отдохнем. И у нас есть поинт. Хотим ли мы прокачать урон на расстоянии? Конечно же нет. Кто вообще качает рейндж? Аннигиляция ануса? Скам. Это чё за нахер? Что меня трахает вообще? Я даже не понимаю. Там Мишутка, блядь. Зачем мы его освободили? А, может он добряк? Погоди, он добряк, он поможет мне, да? Или нет? Ты же добряк, Мишуточ? О нет, по-моему там смерть. Ух, нет, повезло. Ёшкин кошкин. Плюши versus Aliens. Так, сеемся. Окей, что же нас ждет? The Bosge. О нет. Гличевые боссы. Или босс, состоящий из гличей. Хрена себе, блин. Повидали, у него анус, кстати, был, по-моему. Мне показалось или нет? Когда он прыгает, можно рассмотреть его анус. Это шутка? У него анус. Фак. Неплохо.
Окей, довольно больно, кста. Нифига себе, джебейтные атаки, как у Миядзаки прямо. Слушай, автор игры учился у лучших, конечно. Это пиздос. Его закидывает. Так. Сейчас что-то будет, сейчас что-то будет. Опа! Страшные черные дыры. Что, блядь? Погоди, что? Меня что-то ваншотнуло или мне показалось? Как же его разрывает нахрен. Так, она преследует меня, кстати. Так что это опасно. Вау, ничего себе, блин. Черная дыра где-то рядом. Хорошо шанс, чтобы его пробить. У меня нет стамины. Ничего не вижу, он что-то творит. Надеюсь, не ваншот. А! Черная дыра летит. Страшно. Пока постреляем немножко. Так, ключом. На нахер. Осталось добить, у него буквально одно хп. Он умер. FPS 60. Не понижайте FPS, нет. Только не понижайте FPS, не смейте. Он понижает FPS. 38. 27. Шестнадцать FPS. А, 9, блять, 6 FPS, 6 кадров. Минус 9. Ух. Чё там, блин, пердит позади? Там черная дыра летит до сих пор, что ли? Кредиты.
Надо их убить. Wait, what? Конец игры, победил арбуз, вы проиграли. Погоди, она вышла из виртуального мира. Аниме проникло в реальную жизнь, ребят. Вот концовка игры. Жестяк. Теперь она живет среди нас. Понимаете? Мы ее освободили. Наружу. Что за нах происходит? По какому адресу она живет? Не знаю, ребят. Это надо у нее спрашивать. Их вообще двое стало. О нет, она прокинула воду на розетку. Смерть. Это типа нам рассказали, да, как все произошло, так сказать. Как она попала туда. Вот он лор. Безумие. Они мертвы и зажарены. Чё за нах? Концовка-то недружелюбная ни хрена. No. Спасибо за игру.